Здравствуйте, с вами канал NameDB. Измена – подлый поступок по отношению к своему партнеру. Она способна разрушить отношения до основания. Но можно ли предотвратить измену? Можно ли понять причину, по которой она может произойти, и избежать ее свершения? Астрологи выяснили причины мужских измен, основываясь на их знаках зодиака, ведь склонность к изменам во многом предполагается зодиаком. Овен. Мужчины-овны склонны отдавать предпочтение сильным и волевым женщинам. Овен действительно хочет, чтобы вы настаивали на том, что считаете правильным. Возможно, это и было причиной того, что он в вас влюбился. Это может показаться удивительным, но некоторым парням не всегда нравится быть правым все время. Они даже иногда ценят продуктивные споры. Просто убедитесь, что он сам начал какой-то спор, иначе он может подумать, что вы слишком грубы. И в этом споре дайте ему достойный отпор, иначе он найдет кого-то еще. Телец. Телец любит стабильность и женщину, на которой он всегда может положиться. Тельцом управляет Венера, планета любви и гармонии. Просто постарайтесь сохранить его интерес к себе, удивляя его кулинарными изысками или красивыми нарядами, и он никогда не посмотрит на другую. Близнецы. Близнецы ненавидят скучать и находиться в отношениях, которые становятся слишком монотонными. Если вы всегда будете удивлять своего близнеца чем-то новым и уделять ему внимание, тогда он будет вашим навсегда. Рак. Мужчины знака Рак очень милые, и им нужна девушка, которая позаботится о них и полюбит их. Поэтому, если он найдет девушку, которая будет лучше заботиться о нем, чем вы, он выберет ее. Поэтому просто заботьтесь о своем любимом человеке, ведь каждому мужчине нужна забота и ласка. Лев. Если вы находитесь в отношениях со львом, вы уже знаете, что у него самое сладкое сердце. Просто продолжайте говорить своему льву, насколько вы его цените и обожаете, потому что ему это нужно. Если вы не будете хвалить его, он найдет другую, которая будет постоянно его поощрять и хвалить. Дева. У мужчины-девы очень высокие стандарты к их партнершам. И если вы не сможете соответствовать этим стандартам, он потеряет интерес к вам и начнет смотреть по сторонам. Просто будьте на высоте, и с вашими отношениями будет все в порядке. Весы. Весы любят мир и безмятежность. И если вам нравится устраивать драму, есть шанс, что ваш парень Весы начнет искать кого-то другого. Весы умеют идти на компромисс. Но это не значит, что они не ожидают от вас того же. Скорпион. Если вы преданы своему мужчине-скорпиону, он будет делать буквально все для вас. Но если он поймет, что у вас нет хороших намерений, он станет вашим худшим кошмаром. Мужчины-скорпионы ненавидят неверность. И если они увидят, как вы флиртуете с другими, они начнут делать то же самое с другими девушками. Стрелец. Стрелец – самый дикий из всех знаков зодиака, так как они постоянно нуждаются в приключениях и развлечениях. Они очень быстро начинают скучать, поэтому их сложно контролировать. Самый лучший способ удержать мужчину-стрельца рядом с собой – это быть таинственной, так, чтобы он не знал, чего ожидать от вас. И никогда не говорите «нет» сумасшедшим приключениям, иначе стрельцы уйдут.
Козерог. Мужчина-козерог точно знает, чего он хочет, и ожидает от вас того же. Иногда они могут быть слишком сфокусированы на своей карьере и используют отношения только для удовлетворения своих потребностей. Поэтому вам надо понять, чего вы хотите от него и что он хочет от вас. И только тогда сделайте вывод, подходите ли вы друг другу. Водолей. Водолей хочет видеть рядом с собой женщину, которая не такая, как все. Если они понимают, что их партнер не обладает боевым духом, который им нужен, они не будут воспринимать ее всерьез. Хуже всего то, что мужчины-водолеи не слишком эмоциональны, поэтому после измены они даже не почувствуют себя плохо. Рыбы. Рыбам нравятся женственные, но не особо умные женщины. И тем не менее втайне они хотят, чтобы она была достаточно умной, чтобы принимать решения и контролировать их. А если вы будете вести себя неправильно, он просто уйдет от вас, и вы даже не заметите как. Напишите свое мнение в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Поделитесь этим видео с друзьями. А с вами был канал NameDB. Спасибо, что вы с нами, и до встречи!